Привет, меня зовут Ритвер Спец, сегодня мы на выставке Scania, и этот репортажик, если кому интересно, как это проходит, и как за кадром, и не только за кадром, на что я акцентируюсь, сегодня можно будет посмотреть, на что репортажи. В репортаже главное — это детальки, то есть нужно важные показать, спонсорные, то есть в данном случае это вся атрибутика Scania. Потом счастливых людей, потому что хорошее мероприятие должно быть счастливым. Соответственно, на это должен быть фокус. И это я должен предоставить клиенту, так как клиент это дает людям, я даю им. Как реклама, да, такая. Но, соответственно, нужно очень позитивно это показать. Соответственно, ловим только лучшие кадры, лучшие детальки. И по протяжению дня заценим, как это все произошло. Всем приятного просмотра. С вами Ритвер Спец. Продолжаем смотреть. Закончился мой репортажик. Спасибо, что посмотрели это видео. В репортаже, как обычно, используется 24-70, 70-200. Так как, обладая такими объективами, как 14-24, тоже добавлены немножко такие коммерческие фотки и тоже в движении. Вообще, этот репортаж превратился почти в продуктную, в общем, в коммерческую съемку, потому что мы делали крутые, как вы видели, движения машины, ехал в машине, фоткал. Это было классно, необычно, но классно. И также выхватывал клиентов из толпы, чтобы видеть их реакции, эмоции. Это тоже интересно. Поэтому в репортаже делитесь позитивом. И наслаждайтесь процессом, чтобы и вам было весело, и другие люди видели, что вы это делаете с улыбкой, и, соответственно, и они будут улыбаться вам в кадр. Спасибо за просмотр и хороших фотосетов. Чао-чао. We are gone.